Когда? Я очень жду Stalker 2. Я такой фанат. Да. Я уже договорился, что я буду тестером. Так может тогда и саундтрек для него записать? Например, на бит из вот этого видео. И меня по-прежнему зовут Стас Гарфпрод. Подорвали пацаны. Ну и конечно, я вряд ли смогу достучаться до Алишера без вашей поддержки, мои дорогие зрители. Так что к вам просьба. Наспамьте ему в директ в инстаграме этим видео, и тогда, возможно, действительно на этот бит получится сделать саундтрек к Stalker 2. Темп 150 и надеваю наушники. Наш основной инструмент — это контакт на сегодня. Во-первых, это нейлоновая гитара от Ильи Ефимова, и если ты фанат Сталкера 2, то ту мелодию, которую я использую, ты точно знаешь. Наш скейл на сегодня это ля минор, то есть самый минористый минор, и мелодия звучит примерно вот так. Первый аккорд это ля минор, естественно, но он будет играть вот так, а здесь будет нотка, а здесь будет нотка. Непонятно пока. Ну ладно, допустим. Второй аккорд это уже ре минор, и поэтому вот эти нотки переезжают просто вот сюда, а снизу будет ре ля. Потом ми мажор. И в финальном такте у нас будет сначала играть кусочек из первого такта и кусочек вот отсюда. Допустим, не так все ясно и понятно, но мы добавляем второй контакт. Berlin Orchestra Inspired, Brass, Hall Ensemble, Staccato. Если до этого момента остался хотя бы один человек, который эту мелодию не узнал, то сейчас он все узнает. Ай, маслину словил. Вот в таком виде мелодия будет играть только во вступлении, так что Ctrl-C, Ctrl-V в новый паттерн. И, во-первых, с А перенесем все на D-sharp, чтобы бас звучал получше, ну, то есть на более низкой ноте. Гитару тоже переносим на D-sharp. И, наверное, вот эти нотки поднимем на октаву вверх. Еще Alt-R нажмем, чтобы рандомизировать velocity. Чуть поднимем. И здесь тоже Alt-R. Еще иногда мелодия будет играть на октаву выше дополнительно. Вот так. И еще, чтобы ритм был получше, я вот эти три такта удалю и заменю их вот этими тремя тактами. Чтобы у нас было повторение вот этого, но в конце было... Вот это пробежка, так ее назовем. У нее 100% есть какое-то название, правильно. Повторим то же самое с гитарой. Еще эти библиотеки играют с маленькой задержкой в начале, я об этом говорил в прошлых роликах, так что мы их заресэмплим. И применим еще одну маленькую хитрость. Убавляем темп до 105 ударов в минуту со 150. И заресэмплим именно в таком темпе. Ставим два паттерна и вместо 8 тактов выделяем 9. Выделяем Ctrl-Alt-C, Enter. И 9 тактов вместо 8 я заресэмплил для того, чтобы с помощью инструмента Sleep с зажатым альтом компенсировать вот эту задержку, и чтобы не появилась пауза в конце. Shift правой кнопкой мышки отрезали. Повторим теперь то же самое для браса. И для браса на октаву выше. Эти зарендеренные сэмплы я переименую. Еще везде вместо ресэмпла ставим стретч. И возвращаем темп на 150 ударов в минуту. Так зачем я сначала убавлял темп, потом рендерил и восстанавливал ее обратно? Вот так звучит без этих манипуляций. А вот так после них. Без вот этих манипуляций звучит больше, объемнее, масштабнее. Но нам сюда еще бит с басом впихивать, которые тоже должны занимать много места. Поэтому таким образом я немножко сжал и уменьшил инструменты, сделал их чуть-чуть более мидишными, как бы более лоу-файными, но за счет этого какими-то такими, ну, типа такой вайб сталкера, по-моему, появился. Еще из того же берлинского оркестра я возьму харп, то есть арфу, и добавлю одну маленькую штучку. Просто аккорд D-sharp minor на 2 октавы. Alt-S. Акцепт. И теперь это тоже заресэмплим. Зайдем в веселые настройки, EQ убавим, буста добавим. Теперь добавим биточек. Уже традиционно я взял сэмплы из вот этого дрампака, из вот этого дрампака и из вот этого дрампака. А название сэмплов вы видите на экране. И если вам уже нравится этот ролик и вы не хотите пропустить следующие подобные разборы битов или какие-то просто битмейкинг видео по FL-очке, обязательно подпишитесь на канал, кнопочка подписаться есть внизу. Вы можете прямо сейчас отмотать видео и нажать подписаться. Для вас это ничего не стоит, а мне от этого будет очень-очень приятно. Если вам уже нравится этот биток или я свел и отмастерил вам олдскул этой шикарной мелодии, то можете поставить заслуженный лайк. Мне от этого тоже будет очень приятно. Ну и пропишем ударные. Начнем, конечно же, с клэпа. И у нас будет второй клэп, который будет добавлять EQ, чуть-чуть открутим, и чуть-чуть аута дадим, и чуть-чуть шифта. И рим играет свою стандартную роль.
теперь время 808-го баса. Для него, конечно же, нужно сделать cut itself. Звучать он будет как-то так. Бум, бум, бум. Тут уже G-sharp. Ту-ту-тун-тун. Вот так. Здесь уже начинается разгон. Тун, 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 тун. Теперь кик. Он будет звучать почти полностью по басу. Только вот будет удар вот здесь еще дополнительный. Без баса. Потом дублируем. Вот здесь вот уже убираем. Поставим кик еще вот сюда. Да, вот сюда еще кик поставим. Хай-хэт. Ставим звук, дублируем. Второй звук чуть-чуть убавляем. Все вместе убавим. Ctrl-B. Еще он звучит справа. Давайте немножко переместим ему налево. Вот как-то так. Чуть-чуть аута. Побольше шифта. Ну и пару пробежечек. Вот сюда поставим звучок. Одна, вторая, Ctrl-U. И теперь дублируем это вот сюда, но поделим его пополам. И вот так вот. Давайте EQ ему немножко опустим, добавим чуть буста. Второй хай-хэт будет отыгрывать довольно забавную партию. Вот так, потом вот так и вот так. Типа тыка-тыка, вот так. Ctrl-B, и он будет играть раз в два такта. Ему тоже добавим шифта. Open head будет играть что-то обычное. Crash, ему мы открутим EQ и чуть-чуть out. И добавим шифта. Мне нравится. Давайте теперь все переименуем и скинем на микшер. Ctrl-C, Ctrl-V в новый паттерн. Сделаем split by channel. И сделаем пару обработочек. Начнем с гитары, потому что в ней очень много внизу, и мне нужен RC-20. Чуть-чуть низ отпилим, переключим на Air. Чуть-чуть спейса. Больше не надо. И, конечно же, эквалайзер. Но перед всем этим поставим A1 стереоконтрол, потому что тут есть волшебная функция Save Bass. Просто отпилим всю сайт-составляющую снизу. И чуть-чуть расширим. И на эквалайзере нещадно порежем низ, потому что нам нужно впихнуть бас. И чуть-чуть еще на RC-20 порежем низ. Сюда мы добавим Imager Stereo от Ozone. Поднимем повыше бенд, этот чуть-чуть расширим, этот посильнее, Stereo Ice включим. Вот как-то так. Ну и эквалайзер еще. Здесь ближе к серединке все подрежем. Все, чтобы освободить место под ударные. Здесь интереснее на втором брассе, потому что он высокий. Низ ему в принципе не нужен. Сюда вешаем Сатурн 2 и делаем вот так. Сильно его бустим, но убавляем низ. Низкие частоты. Сюда тоже A1 стереоконтрол. Тоже по сути только ради вот этого сейф-баса. Соберем общий канал инструментов, чтобы мы могли регулировать их общую громкость. И сейчас займемся балансом громкости ударных и сайдчейн. Вот как-то так. И теперь давайте соберем общий канал ударных тоже. На них, конечно же, кидаем J37 и чуть-чуть имиджера стерео. Стерео айс включим, этот бенд подвинем, этот бенд поднимем вверх и чуть-чуть добавим. Буквально чуть-чуточку. Теперь создаем канал, на котором будет реверберация. Это традиционно Valhalla Vintage Verb. Hall. Fat Snare Hall. Прибавляем Decay. Убавляем низкие частоты. И по чуть-чуть ударные будем сюда отправлять. На канал инструмента все-таки закину я центр стерео. Центр чуть убавим. И сайд чуть-чуть добавим. И пора сделать сайдчейн от кика на бас и на инструменты. Сайдчейн to this track, сайдчейн to this track. На инструменты сначала кидаем лимитер. В режиме компрессора правой кнопкой мышки на сайдчейн, кик, рейшу на максимум, релиз убавляем, сустейн убавляем и отлавливаем громкость трэш-холдом. Только чуть-чуть легкое небольшое выделение. Повторяем то же самое для 808.
Звучит уже неплохо, но я хочу добавить еще одну маленькую фишечку. Давайте на этот канал закинем эко-бой на пустой. Зажмем альт и левой стрелочкой, подвинем этот канал к инструментам. Инструменты зароутим на него, route to this track. И в эко-боя мы поставим микс на 100%, переключим на пинг-понг, отпилим низ и отпилим чуть-чуть вверх. Низа даже побольше отпилим. То есть на этом канале будет только дилей и еще свинга чуть-чуть добавим. И после этого ставим кикстарт и получаем просто бесплатный дополнительный кач. Убавляем его. Ну еще на канал с ударными можно закинуть чуть-чуть DS-10 драмшейпера. Атаку чуть-чуть добавим, сустейн чуть убавим, слушаем. Много не надо. Чуть-чуть добавим громкости сюда. Вот как-то так. Теперь давайте сделаем структурку, точнее я ее сейчас быстренько сделаю и расскажу вам, что я сделал. Мне все-таки не нравится, как звучит эта арфа. Во! Она должна звучать вот так, так гораздо круче. Давайте ее пересэмплим. Да, гораздо круче. Ну и чтобы сделать эффект тейп-стоп в начале, я кассет-транспорт, бесплатный плагин, закинул на мастер. Жмем на крутилочку, жмем на play, create automation clip. Теперь жмем на крутилочку, жмем на стоп и снова create automation clip. Switches volume убавляем, rotor volume убавляем. Все, отлично. Теперь нам нужно с помощью вот этих двух клипов автоматизации настроить, где он будет включаться. Например, здесь. Play здесь выключаем. И делаем вот так, например. А стоп включаем здесь. То есть все остальное время стоп будет убавлен. Правой кнопкой мышки на его DriveAd Create Automation Clip, чтобы он был включен только в этом месте. У нас во вступлении играет парт уже в тональности ля минор, а все остальное время D-sharp минор. В начале нету браса, чтобы сделать акцент на арфе. Вместе с ней играет гитара и 808 бас, но во второй части припева у нас арфа играет полностью в соло, чтобы, ну, типа, еще больше сделать акцент. Не знаю, мне нравится, как звучит. Во всех куплетных частях я сделал make unique на арфу и опустил ее на октаву вниз. Она такая на заднем плане, такая незаметная. Здесь у нас вступает кусочки низкого браса. Нет хэтов. Пауза. Хэты, и появляется снова гитара. И вот здесь, мне кажется, самая интересная часть. Та-та-тан. Вот этот первый кусочек повторяется 3 раза, и потом пауза и типа клэп, и все возвращается, когда возвращается брас. А в конце, в самом конце, тоже мне понравилось, как я сделал. Мне понравилось, как я сделал, да. Последняя четверть такта повторяется 3 раза, и в конце... И осталось накинуть озон на мастер. На максимайзере настройки вы видите, на имайджере, как всегда, Enhanced Space. Ну и перед тем, как мы послушаем этот шикарный, надеюсь, по вашему биток, напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в стиле новой школы и трэпа от А до Я, который в том числе подойдет и новичкам. Чтобы узнать о нем подробнее или его заказать, напишите мне. Ссылка на меня есть в описании, можете написать мне ВКонтакте в личные сообщения или в Инстаграме в Директ. Так что напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс. И если это видео показалось вам чуть-чуть интересным, капельку полезным или просто понравился биток, то смело ставьте полностью заслуженный лайк. И чтобы не пропустить остальные видосы, другие видосы, новые видосы, по битмейкингу, обязательно подпишитесь на канал. Для этого просто достаточно чуть-чуть промотать видео вниз и нажать кнопочку подписаться. Так сказать, сделайте красную кнопку серой уже. Ну и на этом у меня на сегодня все. С вами был Стас Гарфпрод. Я надеюсь, вам было интересно со мной в этом видео. Буду ждать вас в следующем.